Доброе здравствуйте, уважаемые посетители канала. В гостях у нас Тигран, он уже успел замазаться. Да. Тренажер. Вот. И значит, Тигран расскажет о своем зелье. Так, спасибо, Геннадий Петрович. Мы с вами с удовольствием позанимались на тренажере. Еще не успели позаниматься. Но мы обязательно позанимаемся. Вы заметили, что ученики целенаправленные, цели. 500 килограмм уже одолел. Что да, хоть там уже и злился кто-то, что-то, что-то ничего не сумеет. Ну, главная задача. Лишь бы было желание. Много вопросов возникает уже. Идет такая все-таки молва, ее не остановить, правда? Слово за слово, зелье Тиграна, зелье Тиграна. Тигран — это я. А вот оно зелье. Но если вам не нравится слово зелье, давайте его назовем минеральный комплекс. Минеральный комплекс на водной основе. Натуральное минеральное происхождение. Состав. Всем интересен состав. Вот мне интересно, вот я забыл эту бумажку, я выписал состав антидепрессанта. В составе написано, Геннадий Петрович, 1,2,3, альфа, 3 точки, скобочка. Ну, если вы даже очень знаете... Очень информативно. Нет, это вот как вы и сказали. Когда не знают, что сказать, надо преподать альфу самим. Умственно. Понимаете? Натуральный минеральный комплекс. Вещь изумительная, потому что она уже проверена, во-первых, не только мною, но и моими пациентами, скажем так. Ее индивидуальность заключается в многообразии его применения. Естественно, друзья, не является панацеей. Иногда думать, что вот даже по Геннадию Петровичу я смотрю, извините, почему-то всегда на него перехожу. Вроде о своем рассказывает. Голоданием вот хотят вот все исправить. Особенно сухим. Вот вы понимаете, вот все. Вот 10 дней голодаю, встаю, юноша. Понимаете, юноша. Да так не бывает в жизни. Везде нужен комплекс. Также проснулся с хорошим настроением. Прошелся, что порядок в душе, порядок в голове, в компьютере, целый комплекс. Так и это, особые надежды возлагать, конечно, нужно, скажем так, можно, но не нужно. Что оно умеет делать хорошо? Если глазики болят, если конъюнктивит какой, если какие-то загноения, вот эти глазные болезни, там целая перечень. Банальное протирание вот этим средством, я думаю, ну, очень быстро, на удивление, очень быстро восстанавливается микрофлора слизистой глаза. Особенно, когда слезятся глаза, показатель. Зубики наши. Сколько отдается сил, нервов, лечения. Чиним мы их бесконечно и очень дорого. Вот если бы с юности, извините, Геннадий Петрович, с юности мне сказали бы, Тигран, вот она, вот это зелье, полоскай, мне бы мама сказала бы, сынок, вот полоскай и до самой старости. Сейчас до самой старости были бы свои зубы, а не вот эти искусственные торчали, понимаете? А зачем вам говорить? Чинить надо бизнес, надо же ездить на хороших машинах. А дело в том, что я так понимаю, что они сами не знают, что к чему, и вот кстати, это вот к вам вопрос. Вы человек сведущий, не зря вы называете светочем, кстати, это поддерживаю без всякого юмора. А почему они не знают? Не проходит к ним информация, не разрешенная, допустим. Ну, было же много хорошей информации лечебной, не один же там, извините меня, Тигран Петросович. Да, это удивительно, что столетия прошли. Люди не хотят воспользоваться проверенными теми средствами, лекарственными средствами, методами, которые уже давным-давно себя зарекомендовали, работают отлично. Ну вот, надо начать что-то выдумать такое секунду. Что я хотел бы сказать? Вот, что-то я слушаю Тиграна Петровича, немножечко мне не нравится там. Говорит. Суть заключается в том, смотрите. Я уже вам рассказывал про жидкости. Смотрите, у нас есть жидкость, грубо говоря, моча есть, кровь есть, слеза есть.
И вот оказывается, наиболее защищена, как бы сказать, от бактерий, это слеза, потому что там много солей. Она как раз вот это защищает. И вот как раз, вот в чем сила тиграна, то, что в зелье имеются минеральные соли, как раз он сказал, которые подавляют разного рода бактерии, вирусы, грибки и так далее. Почему она так отлично действует на все болезни глаз? Да потому что глаза контактируют с вот этой вот носящейся в воздухе инфекцией и они прекрасно уничтожают. Во рту, что у нас во рту? Да куча микроорганизмов, которые жрут нашу эмаль, вызывают гланды и так далее, и так далее. Великолепно действует. И плюс, знаете, я начинаю подозревать, я вот ее регулярно стал использовать, полощу в это самое рот и, естественно, проглатываю. И она такая сначала становится как бы сладенькая, а потом она, значит, вот это вот вяжет. А вяжущие... Вяжущие свойства не любят ни бактерии, ни грибки, ничего. То есть прекрасно дезинфекция, и я глотаю. И знаете, она обладает, я так еще понимаю, таким действием отдаленным, глубинным на организм. То есть у меня начала чиститься печеночка, я так подозреваю, причем она очищается. Не просто там от желчи или еще чего-то, она очищается от вот этих вот микробов, которые могут в ней жить. Потому что иногда я хожу, знаете, стул бывает какой-то черный, думаю, да что такое, откуда взялся. А это смотрю, вот это там она наводит порядочек потихонечку, не спеша. Вот. И действует на те виды микробов и так далее, так далее, так далее, которые там особо, ну как бы сказать, антибиотики могут там взять, но они вырастят грибковую флору. Эти самые разбегутся еще бактерии по разным там вещам, где не достанут их антибиотики. А тут, знаете, вот это вот как раз минеральная вот эта вот добавка солевая, она прекрасно действует, так что я очень доволен. Спринцевание, вы представляете, отзывы какие? Спринцевание. По-женски? Да. По-женски. А там же тоже... А там перечень. А эти несчастные так жалко, правда, женщин, потому что это, извините меня, половая жизнь. Это мочеиспускание нема нормального. Понимаете? Половая жизнь, семья, пятая, десятая, да, это все... И все рушится. Не надо годами этим заниматься. Это спринцевание, ну, раз, два, три, четыре, пять, ты говоришь. Ну, как профилактика, как нормально делают. Профилактика, гигиена, представляете, девушки, которые встречаются. Ну, что говорить, взрослые мы люди, говорят, тем более говорим о медицине. Очень принципиальное, скажем так, именно и спринцевание. А микроклизмочки, а? Еще не делал, но я вот соберусь. Я вам доложу. Соберусь, сделаю. Интересно, 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 очень интересно. Поэтому хочу про это самое. И с разрешения нашего Геннадия Петровича Светлича. 200 рублей. Вот эта литровая стоит 200 рублей. Я назначил специально такую доступную цену, чтобы ни 2000, ни 1000, ни 500. Литр стоит 200 рублей. Без пересылки. Камень Шахтинский, пожалуйста. Вот, 200 рублей и литр ваш. Насколько его хватит? В зависимости от того, какие вы цели ставите. Если вы начнете и косметология лица. Угу. Начнете глазики протирать. Начнете зубики. Чуть-чуть надо попить. Я бы попил бы вообще без разговоров, скажем так. Начнете то-то делать, естественно, быстро закончится. Все, надо отталкиваться. Ну как быстро? Я хочу сказать, да, вот ты мне это дал, и, по-моему, такую бутылку. Полторашку. Полторашку. А я еще ее использую. А это уже прошло, наверное, месяца два, если не больше. Те задачи, которые вы поставили, да. Марту. А вот буду микроклизмочки еще поделаю. Вот с этого рекомендую, вот с этого зелья, скажем так, эти самые клизмочки. Она сразу до печени достанет, потому что там все сосасывается. Ваша печень чистится, вы сами заметили, правда? Геннадий Петрович. А тут она еще быстрее должна быть. У вас, наверное, это самое тяжело вести заблуждение, правда? То есть, я хочу сказать, вот мы используем чистку по Татьяне Буревой, которая, как бы сказать, гонит там желчь, вот эти камушки и так далее.
А вот смотрите, на голодании идет более тонкая очистка, когда там начинают вот эти все эти микробы отмирать, вот иначе каждая клеточка что-то выбрасывает. Так вот эта вот штучка, я так чувствую, она именно вот той тонкой шлифовочкой занимается, которую особо там другие там не берут, знаете, проскочит там антипаразитарка, еще как-то. А это вот очень интересная вещь. Да, удивительная вещь. Антидепрессант великий. Плохое настроение, да, Геннадий Петрович. Но я дети меня начинают своими этими делами. Я беру, наливаю себе. Я не верю в антидепрессанты никакие. Почему? Потому что состояние сознания. Если у вас будет состояние сознания нормальное, то ничего не надо. А если оно у вас хреново... Такого сознания, как у вас, в народе нема. Так что вы... Понимаете? Вы эталон по-хорошему. Вот я смотрю, я вот читаю, вот дано мне вот так. Вы понимаете, вот так. Я читаю. Вы правда хороший человек. Не для красного класса, не для рекламы, не для чего, ничего. И об этом знают многие люди. Добра вам, понимаете, в вашей жизни. И сеятель вы хороший, и светоч вы, и все. Ну что, дорогой? Приступаем к тренингу. Тренингу этому. Кстати, я на последней тренировке тону осилил, да, я видел, и я пойду дальше. Нет, тону осилил так, я еще тренирую. Не выставляли, да? Да. Я не буду выставлять. Ну, вот так что телефончик, милости просим, киньте, пожалуйста, телефончик. Еще вот раз. Такими. Хорошо. Сывшими. Хорошо, все. Желающие будут. Телефон будет как раз на видео, и телефон будет на вот это, на описании. Да. Так что всем добра. До свидания.